Василий Березуцкий. Вот он с мячом. В одно касание очень неточно. Валерий Карпин, по-моему, снова смотрит на свою скамеечку запасных. Тем временем остается 20 минут до конца этого матча. И аргентинец Майдана готовится выйти на поле у «Спартака». Баженов дождался передачи. Вы смотрите, позиционная. Какая позиционная ошибка Щенникова. Баженов. Отскок и мяч влетает. Курьезнейший гол. Курьезнейший гол. Совершенно непонятно, почему Акинфеев не играл рукой. Ведь это не было передачей назад со стороны Березуцкого. Совершенно. И даже и не могло и претендовать на пас назад. Это был просто случайный отскок. Акинфеев должен был забирать мяч в руки. Вместо этого он потянулся ногой. Но посмотрите комбинацию. Во-первых, упрекнем Баженова, что же он не пробил поворотом и дал какую-то... Смотрите, ну что это такое? Какую-то сделал Баженов невнятную, неточную передачу. Совершенно спокойно ее перехватил Березуцкий. Это ошибка Щенникова, очевидная, на ваших экранах. Вот он, Баженов. Гроза ЦСКА. И вот, почему ногой? Почему ногой мяч, отскотивший от Василия Березуцкого? Ну почему? Может быть, это жара, я не знаю. Это какой-то, иногда говорят, поплыл, но вряд ли такое можем сказать о столь опытном вратаре, как Игорь Акинфеев. Так или иначе, вот такой курьезнейший гол.